Так-так, что это тут у нас такое? А это у нас Майнкрафт, Скайварс, с картой Елдаком посередине нету, хоть это реально нахуй похоже. Ой, ладно, ребята, играем в Skywars на сервере Light Cloud, наконец-то играю я с микрофоном. Сколько он новенький, у меня пришел микрофон, я просто рад. Поэтому, ребят, сейчас мы вот собираем лут здесь, сейчас собираем внизу. Так вот, вот я только вроде бы начал нормализовать свой контент на ютубе. Ну вот, два ролика вышло буквально по Майнкрафту. Сначала Skywars, потом Bedwars. Все же вроде бы хорошо, но нет, надо же вот чему-то случиться. И случилось, вот правда, случилось. Сломался у меня микрофон мой старый. Именно поэтому месяц я не выходил ролик. Он, конечно, вышел на следующую неделю, считай, ролик. Но он там был буквально даже без голоса, лишь лишь под музычку и все. Это я, конечно, все понимаю, но вот это я, конечно, ребят, не понимаю. Нет, 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 нет. Хер тебе, мож саный. Ушел. Сюар. Да уйди ты нахер от меня, пидор. Оборзел вообще. Сколько игроков? 4 осталось. Ты что-то не идешь за другими-то, а? Хач! Уйди! Уйди! Что говорю? На, я сам упал, ребят! Ну блин, реально, я сам отошел и сам упал. Блин, конечно, жалко. Ребят, ну давайте перейдем уже в следующую игру. Может, в следующей игре нам фарта нет. Ребят, вот мы уже вернулись, и мы вернулись вот на эту карту. Я не знаю, конечно, что это за карта, это типа пушки у нас острова или что, но это реально похоже как на колеса. Вот серьезно, посмотрите, это реально похоже как на колеса. Я не знаю, что это вообще такое, но, блин, я надеюсь выиграть хотя бы в этой катке. Я и так редко выигрываю, я особо нехорош в PvP в Майнкрафте. Я пытаюсь как-то драться, некоторые игры я даже выигрывал, но... сами понимаете, шанс очень мал, то что я выиграю. Но вообще, я записываю это Майнкрафт для того, чтобы просто поболтать с вами. Многие же смотрят чисто, даже просто слушают мои ролики. Но это вообще маленький процент людей, но в любом случае. Так, нам нужно... Вить! Это же контент бич, боже мой. Серьезно? Серьезно? Нет, серьезно? Серьезно? Издеваетесь? Они издеваются. А? Здравствуйте, идите нахуй. Я вас не звал. Ладно, я просто не мог просто толком говорить, потому что, ну, блин, момент какой. Я... сейчас даблкил! Хочу даблкил! Хочу даблкил! 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 Да! Как? Взаимное убийство? Ну блин, ну ребят, согласитесь, это было эпично. Если бы я, конечно, не ушел, они бы могли бы... эти два идиота могли бы меня просто убить. Но я смотался, сделал, считай, 2 килла. Ну, 2 килл был ценой моей жизни. В любом случае, сейчас давайте сыграем еще пару раз и закончим на этом, ребята.
Так вот, ребят, реально я первый раз играю на этой карте. Очень красивая карта. Дайте, я недавно так поставлю, и она очень красивая. Мне она очень нравится, эта карта. Ребят, реально очень красивая карта. Советую вам, ребят, поиграть на ней. Но, блядь, мне очень нравится она. Здесь нету, что ли, прохода вниз? Или здесь нету этих сундучков внизу? Не говорите, что нет сундучков внизу. Блин, серьезно? Или есть, или я просто проход не вижу. Никто не спускается вниз. Значит, нету. Нету сундучков внизу. Что очень-очень прискорбно. А кирки у меня, кстати, даже нету. Это еще более прискорбно. А, нет, вон сундучок есть. Вот кирка даже от той, которую я хотел. Просил, можно сказать, кирочку. Давай сейчас добудем вот эти блоки, или что-то, ну, их больше, и мы сможем так простроиться кому-либо, или хоть как-то уйти, или скрыться от вражеских стрел, и защититься от них. Ну, блин, я какую-то долгую несу, просто заговариваюсь, давно не записывал видеоролики, но поэтому заговариваться, вообще ошибаться именно вот во время разговора. Прошу прощения за это, надеюсь, вы не слишком сильно будете меня ругать, но в любом случае. Сейчас мы добываем. Ай, я чуть не упал, ну ладно, и главное, я не упал. Чуть-чуть не считается, как говорится. Поэтому сейчас мы добудем, вот как раз нам на стак хватает просто здесь блоков. А, да, все, у нас есть стак с лишним, а есть точнее, почти что 69. А поэтому там челик просрался на дерево наверх, я, конечно, не понимаю, зачем он это сделал. Слушай, мне надо куда-то строиться, что-то делать и как-то вылазить из этого ивкакинской жопы. А как нам это делать? Я не знаю. Сюда строится. Как-то ни айса, ни луки есть. Ну давайте, ряд. Ребят, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Именно так говорится, да? Ну, будем рисковать. Будем рисковать, простроимся к сундучку, который у нас есть недалеко. Здесь там есть эндерперл, благодаря которому мы сможем покарать кого-нибудь. Лично я на это надеюсь. Нету? Нету. Там челик строится в рангской базе. Скоро у нас обновление сундучков. Чем мы будем делать? Скорее всего, на центр более правильный выход будет. Мы сейчас быстро простроимся. Конечно, мы простроили, конечно, не в эпическую фигню. Но зато мы на центре. Согласитесь. Зачем делать упор на красоту? Наша задача добраться до центра. И она успешно достигнута. Да, вот достигнута эта цель. Есть пузырьки опыта. Но сейчас нам надо спрятаться, вот неплохо бы. Просто человек, который там ходит, довольно опасный для нас, именно поэтому мы. Я не рискну суваться к нему. Что-то добуду здесь. Чтобы не было видно особо. Все. Да ладно. Я, наверное, один на виду. Да пошел ты нахуй! Лоу! Боже мой. 5 человек осталось. Ребята, осталось 5 человек, я, может, кстати, затащу. А? Боже мой, я просто... О, да. Почему? Ну почему какашки? Почему какашки у него падают? Ну почему какашки? Ну, всегда же хотел все нормальные, все же, конечно, штучки, но всегда падают какие-то повышающей степени какашки. О, меч хотя бы. Лук, кстати, неплохо нам выпал. Но сейчас пока что не нужно. Вот собираем вот это. Вот это собираем. Сейчас походим по сторонам. Соберем весь лук, который здесь есть. Надеюсь, что-нибудь из одежды мы найдем себе нормального. А то как-то вообще не айс. Кирочку, давайте возьмем зачарено. Типа, мы такие богачи, мы мажор, можем позволить себе зачаренную кирочку. Ох ты ж, Эндер Пёрл. Вот. Эту кирочку мне больше нравится, и Эндер Перл мне тоже больше нравится этот. И меч на даче мне тоже определенно нравится больше. Хорошо.
лутные сундучки. Конечно, не умею сейчас так хорошо говорить, как раньше я это делал. Но случае, вот у нас есть вот такая броня. Конечно, не айсером броня, не прям лучшая. Но нам надо действовать, а то эта игра затянется еще на долгое время. Кстати, мы, в принципе, сейчас можем фигануть вообще по-доброму. И сделать себе алмазную одежду. Это даже будет эпичнее, поскольку ну, больше брони будет. Также надо еще оставить себе на меч. Что у нас? Можете либо штаны, там, либо шапочку скрафтить. Мы можем себе что-то скрафтить это из алмазов, это факт. У нас уже 4 алмаза, 4. Про 4. Я же думал, у меня их больше. Да. Слушай, вот теперь у меня их 6 штук. Ну ладно, признаю, хватает только на меч. Ну, слушай, сейчас нам надо... А, давай, это лутали. Боже мой, здесь сундук еще. Еще Honor Pearl. А, меч на остроту. Вот это... Намного лучше меч на остроту. Вот почему вот так мы не разговариваем, с вами. Нет, и меч, хотя... Меч будет не слишком огнем, сколько у него вон какой мечик. Поэтому мы просто скрафтим себе что-нибудь другое. Блин, ну я ненавижу просто. Все, мы в принципе расставили, так как по возможности мы расставили. Ну нет, мы... Не выпилите опыта. Ну да, извиняюсь, ребят, то, что так немного затягивается. Наверное, придется сыграть последнюю эту карточку и заканчивать видеоролик, чтобы его не затягивать сильно, там, 10-15 минут максимум. Чтобы было более-менее интересно смотреть, а не под получасовые SkyWars смотреть вам было. Ай, бля. Убил! Убил! Вот! Серьезно? Ох ты ж, боже мой! Я обосрался, аж серьезно говорю, ребят. Я ж серьезно обосрался. Что, блин, так неожиданно. Боже мой, это трэш, трэш. О, боже мой, реально очень обосрался. Очень, странно, стрёмно было. У нас осталось просто двое. И тот челик, который сидел на себя на базе, сидит у себя по сей поры там. И лутает сундуки. Кстати, сундуки-то обновлены. Сейчас, может, найдем себе побольше чего-нибудь такого. И сможем пойти к нему и попробуем загасить его. Так, сундук. Вот он, сундук. Нет, здесь у нас особо ничего нету. Мне кажется, он самое ценное у нас вынес уже именно. Тот чувак, который к нам-то... О, еще блинк. Я буду блинк называть, поскольку я в дот как-то переиграл чутка и называю уже блинк вот это по этим терминам дотерским, да. Эти термины, это вещь доты, ё-моё. Какой же я даун все-таки бываю иногда. Ну, слушай, нам сейчас надо просраться кверху. И благодаря этому мы придем к себе на базу. Опа. У нас где? Нет. Понял тебя, сука. Че, давай, стреляй. Спасибо за стрелы, чувак. Ах ты как? Есть! Чувак, у меня стрел-то много. Да, ребят! Я выиграл эту игру! Боже мой, ребята! Серьезно, я выиграл эту игру, я получил 60 монет! Я затащил, убил троих или четверых. Серьезно! Боже мой, ребята! Ребят, я сам сейчас офигел, серьезно. Огромное спасибо, ребята, что смотрели. Благодаря вашей поддержке я победил именно в этой игре.
боже мой, он что, логотип Биг Шоу нарисовал? Ну, в случае, огромное спасибо, ребята, за то, что вы смотрели меня. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, ребята. Всем удачи, всем пока, ребятки. Что это за хуйня была?